создаю РК. Ставьте диалог. Ледяная корона. Заходите с локом, вы ставьте шкаф. Я диалог. Он летит сейчас. Видите, так хули он летит? Давайте его сманем. Нет какого-то лока. Это уже другой лок. Пошел на такси. Он сумонился уже, был тут. По два раза подряд чекаешь. Скерцо. Столик, пожалуйста. Сейчас. Кто будет АФКшить, я никого ждать не буду. Вы пришли сюда не АФКшить. Всякие Тускана там и так далее. Волчат то же самое. Пришли в рейд. Я тут. Я поменяю сразу. Напугав 2 КГС. Смотрим в РК, 21 человек. Слава, мы как идем на группу? Понятно. Что-то Крим плюсует в гильчат, не знаю. Сейчас ну, Ретрик АФК. Ретрик АФК, Ренанта, что-то не принимает пока. Не могу пригласить члена другой группы. Портрет Старос, нормальный. Все, здесь Ретрик, который в Оргримаре был. Червя, я с тебя заберу, когда звёзд будет, на тебе побежишь по рейду. Протопал левого. Сейчас максимум нет сюда. Вон еще что-то crazy wow. Плюсует у нас фул, да? Да, фул пока. Значит, я запускаю. Не, паладина, дайте баф. Да бафов нету еще. Белин прото. Так, кто там? Давай, Фромер, каски, Аренант, кулаки, Акабион, кресты. Значит, для волчата и для гильдии. Мы идем на групп лути. Буешки ролят все, рецепты ролят все, сферы все ролят. Шмот не по спеку. Каску. Шмот не по спеку и на 2 спека мы не ролим. Если вы ролите на другой спек, не на тот, в котором идете, то пишите об этом в РК. Каску и кулак Роги. Кулак Роги. И магом тоже. Успокойтесь, не надо это дублировать. Напишите паладинам, которых я назначил.
Давайте Геру. Что танки будут забирать? На деке уже 3 стака. Ну сейчас там начнем. А, ты бачишь. Я забыл, что ты на мишке. Червя сразу убиваем. За бафы не беспокойтесь, тут и так без вас ДПС хватит за вашу папу. После босса напишите паладину. Да уже дал, нормас. Иди по реке. Так. А есть еще этот огонь? Есть, есть. Подожди. Одна вот. Секунда. Страшно. Не успел. Попробуй кош ножа. Да я вар. Не успел чаш. Так вар. Нет у него коша. Не, я Руби говорю. Ладно, постою. Постой, что делать? Нет, я по мане просил. Друидом. Сволочь. Меня бежит. ДБМ обманул. Ну хп много. Заметили, у него нету морозного дыхания в обычке, хотя оно должно быть. Было до этого. Да походу его понерфили чуть-чуть. Сейчас что-то забагалось. Вообще в десятке, мы ходили вот недавно в рейд, в десятку обычку. И этот самый на профе такая шняга была, что красный слизень два раза кастовал. То есть у него каст сбивался сам по себе, он еще раз кастовал. Причем два слизня подряд. Ну, то есть за один бой. Так, я тут в катан. Котики, котики. Помочки. Смельчаки, я приступаю к ритуалу. Следы сейчас еще одну, да. Когда я закончу, появится грозный демон.
Готовьтесь к забвению! Дайте, пожалуйста, кулак рога. Блин. А Рената? Дали, дали. Да им не дали кулака. Дали, есть на тебе кулак. Вот сейчас вижу. А у меня был глюк. Нет, на тебе не было кулака, потом тебе сразу дали, как ты попросил. Я погубит твоя самоуверенность. Я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус, эритарский повелитель пылающего легиона! Ой, сорян, сорян. Извини, Слав. Блин, тут какие-то девки мне в двери тарабанили, щедровать приходили. Ужас. Я такой негостеприимный сказал, что нет. Захиль к теории, фибрилляция, а то сейчас бобо будет всем. Слав, ты здесь. Я говорю, извини, что отошел. Блин, тарабанили мне в двери, я уже не знал, что делать. Кто смеет беспечно играть с темной магией? К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Причем такие маленькие пришли, они даже до звонка не доставали. Сражаться вместо твоих... Чувствую себя последним негодяем. То есть вот именно тарабанили в дверь. Сражайтесь во славу Альянса, герои! Я поддерживаю твои чувства. Мне честно, стыдно, конечно, что их отшил, но, блин, не рассчитывал как-то, даже ничего им дать. И плюс я сейчас в рейде, и так умер. Так, декатывай рога. Белин. Твой ДК. Мой вар. Что у нас там еще? Ага. Первым будем бить звезду, потом будем бить кружок. Как звезду бьете, кружок. Поставлю другую метку. Так, значит, чек на пол. Погнали. Не достаю. Не сейчас. Надо подождать. Беги,
малышка, беги! Били звезду. Кружок бей. Я вот это не люблю этих боссов. Хилом тут бегать, танки все в разных сторонах. Я не могу использовать эту способность. А еще Шакова никто не может забрать. Сейчас и этот Тирий, клинок судьбы. Скерца, прожми глыбу, что ли, когда на тебя так бегут страшно. Мага не ваншотнули, оставили два косаря хп. Так, бить дальше шамана. Привет все. Привет. Копар, пойдешь в в испытание крестоносца? Че, слот есть? Да пока нету, мы сейчас снесем еще одно просто будет. Сейчас Слава еще говорил, соберется. А зачем еще одно? Потому что времени не дофига у нас. Потом кружок бейте, как звезду убьете. Не сейчас. Че, целкабочки не будет, что? Будет. После испытания крестоносца. Второй штуки. Да, Слава. А почему второй штуки? Почему не после этого? Потому что я так захотел. Красавчик. Какие тебе еще нужны аргументы? Молодец, молодец. Не вы же будете решать, что я вам поведу. Я буду решать, что я захочу вам повести. Я тебе ничего не говорю, блин. Не, я тебе объясняю, почему столько вопросов. Сказал, как есть. Ну, у нас сегодня насыщенный рейдами день. У нас сегодня вся гильдия рейдит. Вот два рейда 10 оп было. В ЦЛК там кто-то с пугами пошел, кто-то в Ульдуар пошел. То есть тупо целый звезду день. Звезду добейте, потом кружок. Я не могу использовать эту способность. Этот скрецу как будто медом помазан. Вар так за ним и ходит. Скрецу, уйди на другой конец локации. Протонись до варан куда-то. Герца. Он ходит только на тебя. Пускай. Я пока не могу использовать эту способность. Смотри. Запарил он на него ходить. Давайте его убьем. Давай бей, начинается. ДК и Вары вместе бейте. Ну чего сейчас на ком? Чемпион. Че вчера Раску не убили, что ли, четвертую? Пипец, вчера бичи. Потому что Бьорн пошел в Fallout играть четвертый. И не пришел, и из-за него не убили. А в третий чего упал Раски? Честно, не знаю, поэтому молчу. Ставь. Я не помню. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Сальва тут и не поможет никогда. Выиграет от подобной глупости. Да, потому что это ПВП считается. Истинная опасность еще впереди. Боб поможет. И то, если Крис не рассеет. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны так, навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые. Значит, вестницы. ДК, берешь черную, тащишь. Возле белой. Мне так рассказываешь, как будто я 4-4 ГС.
Бывает такое. Персак вот это. Идут в рейд. Вайпаются. Это напоминание. Ну, знаешь, так это хорошо. Так, ну, начинай ДК. Так, не ясно, начинай. Начинает паладин, я дергаю. Без разницы. Да, блин, тут ничего хилить на них, когда ДЦ есть. Весь урон в обзор пойдет. Ну, блин, взял бан. Где приз? Приз, ну ты умереть хочешь? Не достаю до тебя хилить. На пульте черная на меня. Это ВК-25 с нами какой-то ДЦ пошел. Он, короче, на обзор был. У него ХПС, грубо говоря, поглощение в секунду было 30к. Вот здесь вот, я охренел. Помнишь, Слав? Было такое. Смотрим. Меня черный. Его приписывал друида. Было 4к хпс, было К25. Я чуть не плакал. Ух ты, выбор смерти, ни хрена себе. Там еще вторую лутануть, что-то упадет. Что тебе угодно? Пошли на нубу. Сколько там жуков вылазит? 4 или 2? По-моему, 2 в обычке. Но я могу ошибаться. Не, 2, потому что там один танк танчит в обычке всегда. Ну я в коте тогда буду бегать по танчу. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар... В обычке, по-моему, один жук в десятке, в гере 10, 2 жука, в обычке 2 жука, ну и 25 ВК, 4. Чё, кто выбор выиграл? Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и... Чё, никто? Шульга. Империю, на которой вы так безумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Ну ты посмотри, у него ему тут ничего надо на танка с этого инста. Логично, что он на другой спек рулит. Че, продаст тогда трофеи, ребят? Так, чек на пол. Давай, ДК, начинай. Это место станет вашей могилой. Ну да, 2 жука. Нет.
странно, что Виви не рвет игру. Извини, Слав, что перебил. Залейте жуков, кто не слышал. К сожалению, такая херня, но этот выбор неправильный до сих пор процветает, что можно два выбора. Если можно два выбора, значит его уникальность не работает. Поэтому даже если у него был выбор, мог еще один взять. Поэтому выбор в боссе никого. В смысле, можно два выбора ведь одинаковые? Да, ну с Герой, с обычки типа. Вообще так не должно быть, но здесь пиратка, здесь вот такая вот херня, найти выборы. Один с Герой, один с обычки, да? Да. Трэш под босса заведешь, зальем. В виде под босса даже пофиг, что перевели, заливаем трэш. Давай, пойдем. Надо чуть-чуть стафануть. По поводу отхила, а то что-то весь рейд считай. Афу. Всем спасибо. Майкл, кто-то будет перезаходить? Сейчас пойдем вторую сторону.